Всем привет, с вами Кабан, и мы показываем всякие, я буду показывать всякие изобретения по Майнкрафту и новая версия 1.1, которую создали недавно, ну может быть и давно, но покажу. В настройках теперь добавлены языки разные, вот. Видеонастройки остались такими же, но теперь добавлены, что золотые яблоки можно получить легче. И то, что теперь, чтобы сделать золотое яблоко, надо золотой самородок и обычное яблоко. Яблоко добывается легче, оно падает с некоторых листьев деревьев. Я вам покажу тут пушку, малую пушку, большую пушку, карусель смерти, как я ее называю. Ну, все это я увидел, конечно, в интернете. И автоферму по пшенице. Вот. Я не знаю... У меня тут случилась одна проблема, то что почему-то звуки Майнкрафта есть, а мой голос не слышно, так что мне лень просто переписывать все заново, и я с помощью Windows Media Maker просто вот вам сейчас все и рассказал. Вот. Все замеры там вроде есть. Пушка строится 3 на 7, это получается в длину 7, в ширину 3, и там все будет рассказано, вот. Ну вот, всем пока, с вами был Кабан, смотрите, вот, а просто запись и звука у меня нету, просто смотрите, получается без голоса. Ну, всем пока, меня, я больше не буду говорить, вот.
Thank you.